Приветствую вас, дорогие друзья! С вами Константин и компания «Стройгарант Анапа». Сегодня мы с вами находимся на улице Трудящихся 102, где у нас строится новый дом проекта 106 квадратных метров. Хочу сделать анонс и показать, что на сегодняшний момент мы уже выполнили, потому что скоро мы будем его сдавать уже в готовом виде. Так что, если вам понравится этот дом, и вы захочете его забронировать или купить, то можете обращаться к нам в отдел продаж или писать комментарии ниже под нашим видео. На сегодняшний момент мы поставили дверь, но прежде чем поставить дверь, мы утеплили ее со всех сторон минплитой, 50 миллиметров, для того, чтобы уже не было там никаких зазоров, чтобы проходил воздух или холод. Поэтому это делается до установки двери. Пойдемте вовнутрь. При входе в дом мы попадаем в холл, где на сегодняшний момент мы можем с вами видеть. У нас имеются перемычки, потому что клиент, когда приезжает уже в готовый дом, эти вот он работы может не видеть. И в основном бывают вопросы, есть ли перемычки, как мы их делаем и что, в общем, вкладываем, из чего у нас состоят перекрытия. Сегодня хочу сделать акцент на вот эти вопросы. При входе в дом над дверью у нас имеется перемычка 15 сантиметров. Также у нас полностью выведена вся разводка для того, чтобы поставить сюда электрический щиток с автоматами. Здесь прекрасно может установиться еще шкаф-купе. На сегодняшний момент здесь уже мы сделали стяжку. Теплый пол у нас получается при входе, в санузле и на кухне. После того, как мы проходим в дом, заходим в комнату, которая у нас с левой стороны. Квадратура данной комнаты составляет 10,36 квадратных метров, где можно поставить кровать, сделать комнату для гостей или для своих родителей. Проходим дальше. Вы видите санузел 4 квадратных метра, где полностью тут все предусмотрено. Вытяжка, вывод под раковину, унитаз, душевую кабинку и стиральную машину. Все, что необходимо, мы можем разместить в данном санузле. Центр этого дома, конечно же, кухня-гостиная, площадью 27 квадратных метров. Здесь находится выход на задний двор. Несущие стены у нас, каждый ряд вкладывается сетка. Идет центральный ригель и устанавливаем сердечники. Вы можете это сейчас видеть, потому что дом еще не зашпаклеван, не подготовлен в предчистовой. Обрати внимание, центральная вытяжка у нас 200-ая. Почему мы ставим 200-ую вытяжку? Для того, чтобы со временем здесь будет проходить газификация данного дома. Электрокотел меняется на газовый, а вытяжка идеально подходит по всем тех условиям горгаза. Перекрытие первого и второго этажа у нас залита монолитная плита. Толщина ее 18 сантиметров. Это идеально подходит для полной сейсмоустойчивости дома. Теперь пройдем с вами на второй этаж. Тут у нас санузел 4 квадратных метра, 3 отдельно стоящих спальни, 15, 12 и 10,5 квадратных метров. Высота стены до начала скоса составляет около 2 метров. Крышу мы утепляем 200-м утеплителем, балки через каждых 70 сантиметров, пароизоляция и обрешетка. Армопояс второго этажа у нас 250-й. Площадь данного участка у нас составляет 5,5 соток земли. 18 фасад на 31 метр. Мы стараемся предлагать для наших клиентов хорошие участки с хорошим фасадом и полностью, где могли бы они развести, может быть, какой-то свой сад. На сегодня у нас в станице Гастогайска продается 4 таких дома, проект, который составляет 106 квадратных метров, который вы можете приобрести уже сегодня. Обращайтесь в отдел продаж, пишите ниже в комментариях. Не забывайте, мы своих клиентов встречаем в аэропорту, расселяем в своих гостиницах, предоставляем полный список всех домов, которые есть на сегодняшний момент. Обращайтесь, мы рады будем вас видеть у себя в офисе. Всем пока, до новых встреч!